Хотел спросить, вот то, что Конгресс виртуальный, и мы все полностью равны, и все одинаково подготовились, то есть в одном ритме двигались, вот а где все-таки центр будет этого Конгресса? Где та точка, в которой будет раскрываться Творец? А она в самом Творце. Ибибуре. Кибо измахли бейну. Она в Творце, потому что в нем возрадуется сердце мое, наше сердце. Там мы хотим объединиться. Он центр творения, моя десятка находится в нем. Все десятки и вообще все люди, и весь мир, и все миры, все находится в нем. Мы должны только раскрыть это, что он содержит все и наполняет все, и нет никого, кроме него. Вопрос хороший, но я не могу ответить по-другому. И нужно почувствовать, что это так. То есть, куда мы едем на Конгресс? Буквально в Творца. В нем находится Конгресс.